Всем добрый день. Видите, какая у нас зима? По прогнозу передали, что сегодня и завтра будет заметель, много снега, поэтому надо кое-что купить из продуктов и хлеба. И вот я иду и думаю, как плохо, что в Валках не представлен ни один супермаркет. Мясо в одном конце города, хлеб в другом конце города. Пока соберешь все до кучи, просто так неудобно. Но ничего не сделаешь. Пошла я. Покажу вам еще немножко, что творится. Видите? Не знаю, видно или нет. Но снег пошел очень сильный. Вечером снегопад будет. Посмотрим, какая сегодня погода. Минус 8 чувствуется. Чувствуется больше. Мне нравится такое движение. Я, наверное, скучаю за большим городом. Когда вижу машины, трассу. Чувствуется жизнь какая-то. Лично для меня это удовольствие. Сначала зайдем сюда. Купили, теперь купим хлебчик. В этом киоске. Пришла с магазина, хотела вам подробно показать, что я купила, что почем. Но уже темно. 3 часа, так темно. Так быстренько покажу. Свинину купила. 2 корочка. Рулетик мясной. Батон. Яблочек. Вот купила такой тортик. Вот. Вот это все, что купила. Потом я спешу, потому что мне еще надо убрать немножко в комнате. Сегодня у меня по плану уборка. Думаю, заодно покажу и вам. Я убирать не люблю, признаюсь честно. Сегодня я хочу пропылесосить в своем кабинете. Вот мой кабинет. Это сканер. Здесь моя коллекция рыбок. Это здесь мои документы всякие разные. Это книги я читаю. Да, я читаю на английском языке. Это мое хобби — изучать английский язык. Окно на улицу выходит. На полу весы. Это принтер. Ну, вы сами знаете, что стоит в таких комнатах. С
Здесь я работаю. На стене в основном картинки из тех стран, где я побывала. Если это интересно, я когда-то расскажу подробно. Сегодня речь не об этом, сегодня речь идет о моей уборке. Вот. Это Миша. Миша потрепанный. Миша в таких вот ползуночках. Но это Миша непростой. Это Миша ровесник моему сыну, которому на днях исполняется 45 лет. Вот эти ползуночки тоже моего сына. Видите, они уже дырявенькие, но для меня это очень важно. Ну вот, все показала. А сейчас буду пылесосить. Мне помогает, да, Даша? Молодец. А сегодня я еще хочу поухаживать за этим цветком. Раньше, когда он был маленький, я его носила в ванну и там купала его. Сейчас я его в ванну не донесу, поэтому взрыхлю немножко землю и тряпочкой вытру каждый листочек. Это очень долго, конечно, но ничего не сделаешь. Надо его помыть. Вот взрыхлю землю. Мне нравится этот цветок. Называется денежное дерево. Ведь он красивый. Такой цветочек. Ну вот, так день и прошел. В магазин сходили. В комнате убрали. Цветок помыли. А теперь можно и отдыхать. До свидания.